Сенчики Бамбони смотрим. Ну, Рушен, той, которую мы уже помним, они участвовали, так скажем, в одном конкурсе. Начинаем. Восьмой, где шаманские азиатские мотивы. Фонтанчик. Здесь он поет по-другому, если посмотреть предыдущее, да, видео, то есть, словно, там они идеально сочетались с девушкой, и здесь он сочетается с парнем, то есть, словно, он реально, как бы, находит ключ к каждому своему партнеру, с кем он поет, то есть, как бы, он при этом остается в своем стиле, но при этом немножко его меняет, чтобы звучать хорошенько со своим, как бы, визави. Если вроде как о мечте, путь к мечте. В принципе, если слушаешь, там, ну, это немножко представляется, что ты идешь по тропинке, по каким-то там пробираешься через речку, там, убегаешь от каких-то, там, не знаю, волков, ночуешь на улице, дождь мешает тебе, ты мёрзнешь, болеешь, но проходишь все это и доходишь в итоге куда-то там до мечты, до какой-то. Ну, вздымаешься, взбираешься на эту гору и хватаешь свою мечту. Молодец! Ой! Музыкальные инструменты тоже все прекрасны. Вот чувствуется дух Азии, это классно. То есть культура тут прям на максимум. Сколько я выступлений ты не смотри, но вот именно тут вот азиатская культура, прям это чувствуется насыщенно, причем прям хорошенько. Так скажем, в современном точности такого уже, ну, редко увидишь. Хотя, как понимаешь, есть тоже. Не прям чтобы старый. Цвета, ну, такие контрастные, и плюс голоса тоже такие контрастные, то есть они прям друг друга в итоге будут выделять, точнее, сами будут выделяться, когда будет, например, ты привык к одному, плачешь на другой, и ты сразу, наверное, переключишь на него внимание, потому что он отличается от другого. Шумит река,
покой. Как обычно, как всегда, слушаешь и ловишь спокойствие. Причем полное спокойствие. Ты можешь быть уже зажратый всеми стрессами, твои нервы уже просят помощи, умоляют тебя сделать что-либо. Организм уже, ну, так скажем, прощается с тобой. Но, послушав такое, организм такой: вау, спасибо за столь прекрасный витамин. Мы довольны. Мы довольны, поэтому мы, пожалуй, ну, дадим тебе еще шанс. Можешь дальше идти копить свои стрессы. Вот так. Добра позитива. Всем хорошего настроения. Не болейте. Всем пока-пока. Thank you.